Ловко чеканит шаг, готовится к самому главному событию этого года, традиционному параду памяти. На самой большой площади Европы 14 парадных расчетов, собранных из лучших воспитанников кадетских школ и юнармейских отрядов. Сегодня они принимают участие в ежегодном смотр-конкурсе «Строя и песни». По его итогам лучшие из них получат право пройти строевым шагом по площади Куйбышева 7 ноября. Во время того, как идет специальная военная операция, данный парад является демонстрацией мужества, чести, подготовленности наших кадетов и юнармейцев. Каждый юнармеец, который сегодня пройдет в расчете, понимает, что ровно 81 год назад именно по этой площади прошли боевые расчеты военных, которые проследовали прямиком на боевые сражения. Исторической основой парада памяти стали события 7 ноября 1941 года. Тогда в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность нашего народа биться с фашизмом до победы. Историческую реконструкцию памятного марша проводят в Самаре с 2011 года. В шествии принимают участие подразделения российской армии, ветеранские патриотические общественные организации, юнармейские отряды, кадетские классы, а также десятки единиц исторической техники, аналоги той, что демонстрировалось в марше 1941-го. В этом году за почетное право принять участие в шествии на площади Куйбышева боролись более 2000 человек, настоящих маленьких патриотов нашей страны. А вот по-твоему, патриот это кто? Это человек, который любит свою родину. И неважно, родину, дом. Родина, дом – это все одно. Мы любим свою родину, мы любим свой дом, мы любим свою улицу и место там, где мы родились. Поэтому мы патриоты. Сегодня, когда наши ребята сейчас находятся на полях сражения, вот этот смотр, конкурс вот этих наших, действительно, патриотов нашей Родины, это очень важно. Почему? Потому что мы должны, наша обязанность воспитать из наших ребят настоящих патриотов нашей Родины. Отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной, сохранить и приумножить традиции, развить патриотическое движение и еще раз напомнить о том, что никто не забыт. С учетом событий сегодняшнего дня, отмечают собравшиеся, особенно важно вспоминать не только о тех, кто ковал победу в тылу в далеком 41-45, но и о нынешних бойцах, настоящих героях, участниках специальной военной операции по защите и освобождению Донбасса. Между событиями прошлых лет и нынешних лет есть прямая связь. Мне кажется, что Великую Отечественную войну события развивались точно так же, абсолютно так же. То есть были те, кто добровольцами шли на фронт, и я считаю, что тех ребят, которые сейчас выполняют свой долг, нужно поддерживать любыми способами, потому что, ну, гораздо проще переносить трудности, когда ты знаешь, что у тебя за спиной не трусы и предатели, а есть как бы вот такая поддержка. Уже через несколько дней на площади Куйбышева соберутся более 7 тысяч человек и свыше 100 парадных расчетов. Начнется все с торжественного открытия мемориалов на здании Дома офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Продолжится торжественным возложением цветов, а в 12 часов по самарскому времени зрителей ждет шествие на площади Куйбышева. Также для самарцев и гостей города будут работать тематические, исторические, выставочные и музейные площадки. Впрочем, на этом памятные мероприятия не завершатся. Уже 8 ноября столица региона встретит окружной патриотический форум российского военно-исторического общества «История для будущего», который пройдет в Театре оперы и балета. В нем примут участие известные писатели, историки, обозреватели, военкоры и блогеры. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.